Подписываемся, ставим лайки. Поехали! Для одних солнцезащитные очки – часть стиля, для других – строго утилитарная вещь. К какой бы категории ни относились вы, без очков летом никуда. В этом видео я расскажу, как подобрать идеальную модель, чтобы выглядеть классно и не навредить здоровью. Здоровье! На вопрос, нужно ли носить защитные очки при ярком солнце, большинство врачей и косметологов ответят утвердительно. Первые объясняют это тем, что UV-излучение вредит сетчатке глаз и может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, от ухудшения зрения до ожога. Вторые же советуют носить очки. Главное правило при выборе солнцезащитных очков – темные линзы далеко не всегда являются синонимом эффективности и наоборот. По-настоящему качественные очки, во-первых, не могут быть совсем дешевыми. Специалисты говорят, что адекватная цена в среднем начинается от 2000 рублей, и во-вторых, должны иметь обязательную отметку или сертификат с процентом защиты от UVA и UV-излучения и блокируемой очками длиной волн. UV-лучи, которые доходят до наших глаз, измеряются общей длиной волны в 290-380 нанометров, поэтому в идеале очки должны иметь маркировку не ниже 400 нм, такие гарантируют 100% защиту. Очки с цветными линзами и защитой от UV-лучей на 18-43% можно смело носить летом в городе в средней полосе, где солнце не так активно. А вот отправляясь на море, особенно если речь о странах, расположенных близко к экватору, или в горы, лучше захватить с собой очки с минимальной степенью пропускания солнечного света, такие обычно можно узнать по очень темным или зеркальным линзам. Кстати, есть мнение, что идеальный вариант цвета линз – серый, так как он не искажает восприятие окружающего пространства. А вот модели с градиентом специалисты для постоянного ношения не советуют. Такие очки могут привести к быстрой утомляемости глаз. Один из очевидных плюсов пластиковых линз – их сложнее разбить. Модели, форма. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе очков, вам должно быть в них удобно, особенно если вы рассчитываете носить их регулярно. Дужки должны быть эргономичной формы и не давить на область висков, иначе вы рискуете столкнуться с постоянными головными болями. При этом слишком большая оправа тоже плохой вариант. Идеальные очки – аксессуар категории «надел и забыл», который вам не придется поправлять каждые 5 минут. Следующий пункт – форма очков. Можете смело забыть рекомендации из серии, если у вас жесткие черты лица, вам подойдут контрастные модели с круглыми линзами, для баланса. Все эти строгие категоризации не работают почти никогда. Единственный по-настоящему верный способ найти идеальную для себя форму очков – перемерить все имеющиеся варианты. Не бывает абсолютно подходящих под абстрактные стандарты лиц. Значение имеет не только форма, но и особенности черт, соотношение размеров глаз, носа и рта, наличие или отсутствие высоких скул и множество других параметров. Если у вас круглое лицо, это не значит, что ваш выбор должен ограничиваться исключительно моделью Cat Eyes. Возможно, куда лучше вы будете выглядеть в классических авиаторах. Здесь, пожалуй, можно дать только один универсальный совет: при выборе очков обращайте внимание на их ширину. Края линз должны немного выходить за естественные границы вашего лица. Дополнительные опции солнечных очков. Первое, поляризация линзы. С поляризацией защищают глаза от ярких солнечных бликов благодаря специальному покрытию. Очки с этой опцией рекомендуют надевать при вождении, во время занятий водными и зимними видами спорта. Например, Ray-Ban RB4278-10. Вторая, фотохромные линзы, они темнеют на солнце и становятся прозрачными в помещении. В нашем магазине представлены фотохромные линзы двух поколений. Это стандартный фотохром, который реагирует только на солнечные лучи, на открытом воздухе, и транзишн знак регистрации, который реагирует на интенсивность светового потока и в помещении, и на улице. Вы можете выбрать серую, коричневую или зеленую цветовую опцию. Если вас заинтересовали очки с фотохромными линзами, обратите внимание на модель Serengeti Classics Carrara Small. Третье, градиентные линзы. Благодаря затемнению в верхней части, линзы с градиентом защищают глаза от ультрафиолета. Вы можете выбрать градиентные линзы в таких цветовых опциях – зеленой, розовой, серой и коричневой. Тренды. Вы наверняка уже слышали об одном из главных трендов текущего сезона – суперузких очках, которые успели выгулить почти все модные блогеры и селебрити. Беда в том, что идет такая модель далеко не всем, да ее актуальность вряд ли продержится дольше нескольких месяцев. Если вы ищете что-то более универсальное, обратите внимание на очки с линзами в виде вытянутых перевернутых треугольников. Такие есть, например, в коллекции Gigi Hadid для Vogue Eyewear. Еще один оптимальный вариант – в меру широкие очки овальной формы.
Вообще нельзя сказать, что какие-либо модели напрочь игнорируются дизайнерами. Даже классические варианты выглядят не банально за счет различных модификаций. Стоит, например, добавить стандартным авиаторам оригинальную деталь в виде обтянутой кожей дужки. Больше внимания в последние несколько сезонов уделяется цвету линз. Самые актуальные — голубые и желтые, на втором месте — розовые и бежевые. И напоследок, если для вас солнцезащитные очки – это не просто функциональный предмет гардероба, но аксессуар для создания образа, не бойтесь пополнить коллекцию хотя бы одной суперэффектной моделью, футуристичной формы, с дужками в виде языков пламени или зеркальными градиентными линзами. Среди российских брендов лучший в этом деле – Fukushima. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал.